Яңауыл телевидение эфирында башқы тілінде әзірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумахығыз. 27 сентябрь күнді өзәрінің профессионал байрамдарын балалар бақсақы хызметкердәрі, тәрбиесілер һәм улардың ярдамсылары билдәләне. Ресейде бірінсі балалар бақсақы 1759 йылда асылды. Әгер де әлеке мәктәпкәсі учреждениелар хәлі граждандар үсін болға, 9 йылдан хуң түләуғыд балалар бақсақыла барлыққа келді. Әлігі вақытта елебізді 35 мүнгден ашу мәктәпкәсі ойышмалар, оларда 600 мүнгден ашу педагогик хызметкердәр ішлей. Милешкей балалар бақсақында тұрмыш қойнай. Білікей тәрбиеленісілер ұзур тілік мінен саф хавала физик күнікмелер ішлей. Инде 15 йыл бойына балалардың физик формаларын физик культура бойынса инструктор Инга Ардуганова көзете. Балалар ойын формахында кәрәкле күнікмелер комплексін ішлей, шулайық тын алу күнікмелерінде. Ушындай қараш менен зарядка файдалығына түгел, ә мауықтырғыз дәріске өрілі. Балалар қыдықыну менен тәрбиесі опайдарын көдетіп, хәр бір харекетті дүріс етіп қабытларға тұрша. Детей учу бегать, прыгать, лазать, играть, думать и спортивный дух закалять. Также достигать целей. Когда мы готовимся на соревнования, я им говорю, нет слова «не могу», а есть слово «могу». Некоторые ребята начинают плакать. Я их успокаиваю. Я говорю, ребята, нужно страх преодолевать. И все время надо говорить, что у меня получится. Я все смогу. У меня 8 групп, начиная со средней группы и до подготовки. Дети с удовольствием приходят на занятия. Им нравится бегать, им нравится прыгать. Часто у нас проходят спортивные развлечения в нашем детском саду. Они с азартом соревнуются. Я считаю, в работе нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно постоянно расти, как растут дети, пришедшие в детский сад. Ингаға хызметкерлері зур хөрмәт менен қарай. Улар әйтүенсә, инструктор хезмәт арқаһында балалар бақсақы төрле конкурстарда призлы урындар яулай. Ә тәрбиеләнүселәр һәр вакыт яхшы хезмәт күрһәтә. За время своей работы Инга Разимовна проявила себя как профессиональный и очень ответственный работник. Постоянно совершенствуется, постоянный профессиональный рост, сама образованием занимается, все свои доработки, все свои формы работы она всегда анализирует, вводит новинки в работе своей. Дети всегда довольны. Не только в работе с детьми, даже она привлекает всегда своих родителей наших. Все мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, везде наши родители принимают очень активное участие. Очень у нас дружный коллектив, всегда друг друга мы выручаем, если какое-то мероприятие поддерживаем. Даже в этом году наши воспитанники заняли, два ребенка заняли второе место на республиканском этапе «Мы гагаринцы». Хигед ел буе дельфин балалар бақсақында башқырт тілі хәм төбәк милли компоненті оқытысығы хәм тәрбиесі Гүлназ Ишмиева шлей. Туған як темахына ойында ол балалар үсін өзі ойлап тапқан. Әйтуінсі, ұшында атмосферала балалар мәғлюмәтті яқшы өзләштіре. Шулық вақытта вақыттарын қызықлы хәм көңілі етіп өткәрі. Бір рәттен коллегалары менен балалар бақсақы музейін болдыру бойынса іш алып бара. Билдәле яқташтар тұрағында мәғлюмәт ейіп, халық ижады үлгілерін әдірләуді планаштыралар олар. Әкелесекте балаларға республика халықтары мәдәниетін көрһетерге хыяланалар. Гүлназ зур ғырурлық һәм қыдықыну менән үзенең ише тұрағында фикер әйтә. Я окончила Казанский государственный педагогический университет по специальности учитель русского языка и литературы английского языка. Проработала около 9 лет в школе, и так получилось, что попала в детский сад, когда еще были дети мои свои маленькие. И когда начала работать в детском саду, поняла, что это вот оказывается вот оно, то, к чему я стремилась эти долгие годы. И главное вот в моей работе, и вообще в любой работе, я считаю, важен коллектив. Вот наш коллектив, он очень сплоченный, дружный. И именно от коллектива многое зависит. И я вот в этой работе своим чувствую себя уютно и комфортно. В прошлом году я начала преподавать по РНК «Ознакомление с окружающим миром» занятия именно по программе «Родной край», Янаульский район. Когда столкнулся с этой работой, поняла, что, оказывается, материала
у нас не хватает именно вот, чтобы детям показать, детей ознакомить с нашим краем. И пришла вот такая идея, что нужно создать свои рабочие тетради, свои методички именно вот для педагогов. И мы создали творческую группу, и вот у нас до сих пор эта работа продолжается. Мы создаем альбомы про знаменитости, создаем про достопримечательности города Янаула, про растительный мир, животный мир Янаульского района. И в планах еще очень-очень много идей. В прошлом году я участвовала в конкурсе педагогической династии. Оказывается, у меня предки тоже были учителями. Я сама даже об этом не подозревала, когда начала вот это все изучать. Оказалось, что у нас общий педагогический стаж 259 лет. Это вот мои прадеды, мои прабабушки, дяди, тети тоже были педагогами. Вот мне всегда кажется, да, вот что все зависит от педагога. Вот если педагог интересно преподает, если педагог готовит интересный материал, сама придумывает, сама что-то показывает. Но вот я всегда чувствую, что моим детям на занятиях всегда интересно. Үзәренең яңа идеялары менән балалар бақсақы хезмәткәрләре, мөдирләре Резида Тимерғалиева менән бүлешә. Бергә олар идеяларын нисек тормышка ашыруларын тикшерә. Етәксе хүзе буенса хезмәткәрләрнең һәрбереһе балаларның тормышы кызыклы һәм яңа белемдәр менән тулы булганы өчен тырыша. Гульнас Наиловна работает с 2012 года. Тогда на базе детского сада у нас открывалась гувернерская служба, и она была первой, кто воплотил эту идею, обобщил опыт и передал другим детским садам. В данный момент она у нас работает воспитателем, ведет образовательную деятельность в области изучения башкирского языка, родного края. Благодаря коллективу на базе нашего детского сада функционируют три инновационные площадки, и эта работа у нас ведется с 2016 года. В этом году еще открываем одну площадку по финансовому образованию детей дошкольного возраста. И хочется сказать, конечно, обо всем нашем коллективе, очень трудоспособный, понимающий меня и мои идеи коллектив, воплощающий идеи, шагающий в ногу со временем. Всем хочется пожелать в этот профессиональный праздник здоровья, благополучия в семьях и всего наилучшего. Түп вазифаларынан тұш тәрбиесілер район конкурстарында қатнашырға, спортменен әудім шығыләнерге, бүті вақиғалар курсында бұлырға тұрша. В преддверии Дня воспитателей и всех дошкольных работников хочется поздравить ветеранов педагогического труда, всех, кто работает с детьми дошкольного возраста, руководителей, педагогов, технический персонал, с нашим профессиональным праздником. Не зря работников дошкольной сферы называют дошкольниками, потому что они ведь такие же, как и их воспитанники, такие же непосредственные, эмоциональные, искренние. Педагога, работающего с маленькими детьми, отличает широко распахнутые глаза, горящие, обворожительная улыбка, широкая душа и огромное-огромное горячее сердце, которого хватает на всех, и на воспитанников, и на их родителей, на коллег, и на свою семью. Біздің районда 350-нен ашу мәктәпкә сәбілім беру үлкәһе хезмәткәрләре бар. Көндәренең күп өлешен улар балалар менән үткәрә. Яңы буынға барлық көстәрен хала. Улардың хезмәте һәм тырышлығы арқаһында йылдар үткәс, һәрберебеҙ үҙебеҙҙең балалар баҡсаһын һәм яратҡан тәрбиәсебеҙҙе иҫкә алабыҙ. Танып, Пермь өлкәһенән башланып, Башҡортостандың төньяҡ-көнбайышынан аҡҡан йылға. Уның 19 ҡушылдығы бар. Шуларҙың береһе Яңауыл районының өс ауыл биләмәһе, Ямады, Мәсәғүт һәм Иҫке Вәрәш территорияһы буйынса аҡҡан Гәрәй йылғаһы. Гәрәй ул таныптың уң яҡ ҡушылдығы, балыҡҡа бай ҙур булмаған йылға. 24 сентябрь Ямада ауылында РСЭй ХО Бөтә РСЭй акцияһы сиктәрендә таҙа танып төбәк ара экологик проектының сираттағы этабы үтте. Экологик проект 3-нсе йыл рәттән йәшәй. Уның авторы Башҡортостандың тәбиғәттән файдаланыу һәм экология министрлығының бөрө территориаль комитетының әйдәүсе белгес эксперты Рифат Сафин. Бұл ұсырашуда тәтішілі бұрай бірі райондарынан қатнашысылар болды.
был экологик проект эстафета форматында өтә. Территорияхында танып илғақының қошылдығы болған хәрбір район илға бұйдарын татартқандан хоң эстафетаны артабан тапшыра. Еңау районы хакимиеті башлығының ауыл хужалығы бойынса орынбасары Рүстәм Алимғафаров, Тәтішлі районы муниципаль арай инспекторы Денис Фатхудинов қолынан проекттің символы таза қаудағына ешеген ейін балығын алды. Гере илғақы бойдары тазартылғандан хоң бұл балық акцияның келеғі қатнашусығы Бұрай районына тапшыраласақ. В этом году расширили число участников. До этого было 7 муниципальных районов Республики Башкортостан и один район Чернушинский Пермского края. В этом году 11 районов Республики Башкортостан и Чернушинский район Пермского края. Охватили основной район, муниципальный, северной зоны Республики Башкортостан. Цель проекта является продвижение северной зоны Республики Башкортостан и Чернушинского района в число самых экологически благополучных территорий. Также целью является очистка территории, очистка и благоустройство территории водных источников, водоемов, родников, а также повышение мировоззрения населения, воспитательный процесс молодежи, бережного отношения к водным источникам, привлечь внимание к дефициту пресной воды во всем мире. Поэтому акция проводится у нас с 3 сентября по 23 октября на территориях вот этих муниципальных районов. Сентябрь башы менен біздің районда Ленин урамы бойынса, Крестьян урамынан башлап, Совет урамына теклем асфальтлы бетон япмахын ремонтлау іштәрі башланды. Ремонт іштәрін өткәру бойынса тендерді Өфі қалахынан корунт яуаплылығы сикленген ямбыяты енген. Тәуді иске асфальтны демонтажлау бойынса іштәр өткәрілді. Процесс қадғи білделенген технологиялар бойынса ішленілі. Шунан хоң юлдың ики яғына тротуардар хәм бордюр таштарын қоюға тұтыналар. Бұнан хоң автомобиль юлын тротуардарды асфальтлауға башлайдар. Біздің яқтар талантлы кішілерге поэт, музыканттар, хәмінді рәссамдар ғабай. Олар біздің райондағына түгіл, әуінің сектерінділі білделі. Шылардың біріхі скульптор, тұшқа бедектер түшірусі ұқта, Ресей Рәссамдар Союзы ағзақы Рәмиле Фазлиева. Оның күңіл хүрәт түшіріге тілей есімді яңы шахси көргізмәхінің асылуы 23 сентябр тарих туған яқты үйрәні музейінде өтті. Яңы экспозициялы графика, скульптура һәм рәсім сәнғәте. Бының менән Рәмиле Фазлиева 2 ел дауамында шұғылленген. Тамашасы һәрбір хезмәт емешін қыдықыну менән қараны. Күргәзмә бойынса бірінсі экскурсияны автор өзі өткәрді. Ол хәрешінің болдыру тарихын хүйләп өтті. Рәссамды құтларға дұстары, хезмәттәштәре, сәнғәт һөйүсселәр килгән. Бұл күнді рәссам адресына күп кенә йылы құтлаудар яңғыраны. Бөтәһе музейда 30-дан артық картина күрһәтелгән. Күргәзмә октябрь аҙағына тикремәле дауам итәсәк. Рисовала я давно и любила рисовать. Просто жизнь так сложилась, что простым карандашом рисовала мало. Хотя вот эта любовь, она все время теребила внутри. Просто как-то, ну я езжу по выставкам, по конкурсам, и как-то свои старые работы я показывала одному замечательному художнику. Он мне говорит, ну типа хорошие работы-то ведь, может стоит попробовать рисовать? Ну просто. Ну я решила, ладно. Может, действительно стоит. Вот и с этого началось как бы. И с тех пор я плодотворно стараюсь посвящать карандашу. Рисовать, изучать, понимать. Потому что, несмотря на то, что он простой, как бы его раскрывать, наверное, надо. Там штрихи, как накладывать и все такое. Вот, рисовать очень интересно. Затягивает, захватывает. Обо всем забываешь, наслаждаешься, радуешься жизни. И как-то вот рисуя, раньше я вырезала по камню, но от рисунка я, возможно, получаю больше наслаждения. Допустим, у меня просто возможности в рисунке больше, чем в камне. В камне все-таки там ограничения есть. Ну, сам материал, он заставляет вот как бы ограничивать, что ли, сжимать. Он, ну, тяжелый в какой-то степени, легкие, воздушные вещи там не сделать. А в карандаше возможности больше раскрыть себя как творческий человек.
Ұшының менен яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда әді хауатырышы көте хау болығыд. Егірме тоғыдансы сентябір күнді ең ауылда хауа тұрышының аяд, яуым түшімхіз болуы көтілі. Елтін еқтан секундына 1-3 метр тезілікте есе. Атмосфера басымы 767 мм. Хауа температурағы түнді 1-3 градус елі, күндіз 15-17 градусқа теклем елі боласақ. Республикалық әдеттен тыш халдар министрлығы мағлұматтары бойынса оядлы бұлытлы яуым түшімхіз болуы көтілі. Ел өзгәрусен талған. Хауа температурағы түнде 0-5 градус елі, ұрыны мінен қырау. Хауалы хам тұпырақ үтілігінде 0-5 градусқа теклем халқын көтілі. Күндіз 15-20 градусқа теклем елі боласақ. Грудка цыпленка 129, колбаса по-деревенски 89, а кастрюля с крышкой кукмара 1399 рублей? Да! В честь дня рождения находка режет цены пополам. С находкой и корзинка полная, и кошелек. Акция действительна по 4 октября. Подробности у консультантов. Магазин газового оборудования. Большой выбор котлов, радиаторов, водонагревателей, бойлеров и плит. Ждем вас по адресу. Город Янаул, Маяковского, 14/3, территория СХТ. Номер телефона 8-347-65-55-50. 8-347-65-55-50. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Номер 3. Палач 15 века. Хладнокровный и равнодушный. Ежегодно он лишал жизни 600 человек. Номер 2. Международный террорист конца 20 века. Жестокий и фанатичный. На его совести 9000 убитых в год. Номер 1. Обычный российский автолюбитель 21 века. Хороший семьянин и душа компании. Повинен в смерти 35 тысяч человек. Он просто не всегда соблюдает правила дорожного движения. Не становитесь убийцей. Чего в масках-то?